Сегодня готовим очень вкусный, витаминный, фруктовый салат. Банан разрезаем вдоль и нарезаем вот такими вот симпатичными, милыми треугольничками. Поступаем также со второй частью банана. Смотрите, сколько много семян. Можно посадить банановое дерево, и будут домашние вкусные, привкусные бананчики. Яблочко моем и очищаем от кожуры. Далее перерезаем вдоль, удаляем семечки. Удаляем хвостики с обеих сторон, плодоножки, хвостики. И так поступаем со второй половинкой. Теперь берем одну половинку яблочка и нарезаем сначала вот так вот, такими вот красивыми дольками, а затем вот так вот, чтобы получились некие такие вот веселые треугольнички. Так поступаем со второй половинкой яблочка. И для того, чтобы яблочко не темнело, поливаем немножко лимонным соком. Сбрызгиваем вот так вот. Перемешиваем. Я перемешиваю вот так, прямо на доске. Все, перемешали. Красота. Ляпота. Далее беру мандаринку, очищаю и разбираю на вот такие вот отдельные маленькие дольки. Если прожилки мешают, можете их удалить. Вот, это не разбирается. Все, красота. Теперь вот так вот немножечко их надрезаю. Вот так вот. Вот. Тоже, чтобы получились вот такие веселые треугольнички. Все, так поступаем со всеми дольками мандарина. И отправляем к яблокам и банану в общую тарелку.
Далее нам понадобится маленькая, совсем маленькая, вот у меня ладошка вообще маленькая, и смотрите, вот такая вот величине морковка у меня. Сырая морковь. Теперь ее мы разрезаем пополам. Вот. Она, конечно же, очищена, вымыта. И нарезаем на вот такие вот интересные штучки такие. Вот. Ну, если это крупно, можете мельче измельчить. Можно вот так вот еще. Отправляем к общим фруктам морковочку нашу. Вот какая красота. Веселый, уже веселый получается салатик. Теперь берем обжаренный изюм и орехи. Выкладываю я на досточку. Вот так вот разравниваю. Пусть они слегка остынут. И затем нарезаю. Ну, я уже решила сразу все немножечко. И вот так вот нарезаю их. Я имею в виду орехи грецкие. Немножечко хочу их измельчить. Совсем чуть-чуть. Вот так вот. Ну, где будет покрупнее, где помельче, это не важно. Вот, все, измельчили. И теперь перекладываю в общую салатницу. Вот. Все это нужно хорошо перемешать. Беру лопатку, достаю вилку, перемешала вот так вот я. И теперь у меня есть вот такой вот мед. Вот. Его нужно растопить на водяной бане. Ну, а там уже вы кладите по вкусу, кому сколько нравится. Я где-то покладу. Вот так вот я растапливаю мед. Вот там вот водичка, тарелочка сверху. И пусть мед растапливается. И уже затем жиденьким залью наш фруктовый салатик. Конечно же, нужно ни в коем случае не довести его до кипения. Просто чтобы он немножко растаял, стал немножко... И поливаем растопленным медом. Вот таким вот жиденьким. Вот так вот красиво наш фруктовый салатик. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Если есть у вас возможность, то поделитесь этим видео с вашими друзьями в любых соцсетях. Всех вам благ, крепкого здоровья, пока-пока!